Здравствуй. Добрый вечер, Максим. Вот Сергей у нас с утра посетил наш водоем. Сереж, пару слов о рыбалке. Рыбалка сегодня очень трудовая оказалась. Вот. Рыбки в водоеме много, клюет во всех слоях, на всех горизонтах. Я сегодня ловил на плавающую бомбарду, на розового червя. Рядом со мной рыбаки сидели, ловили на тонущую бомбарду. То есть, и тоже на червя, да? Же, да, тоже на червя, но они ловили на белого, на розового. На пасту пробовал, Сереж? На пасту сегодня хорошо брала с утра, прямо под берегом. То есть, вот у нас тоже товарищ отловился, до 11 часов штук 7 поймал, уехал домой. А высота какая? Практически где-то полметра от дна вот на пасту набрала. Я понял. Да, работала сырная, цвет без разницы. Сереж, спасибо тебе, что не забываешь нас. Приезжай, ждем всегда, рады тебя видеть. Конечно, приедем. Как же вы без вас? Спасибо вам за то, что вы есть. Удачи. Всего доброго. Спасибо, Максим.